Привет всем! Сегодня у нас 17 июля, и в гостях у бабушки. Вот так вот расцвела малева. Там тоже есть несколько. И вот такой вот у бабушки огород. Картошки насажено. Сено в тюках. Корова есть и теленок. И тут тоже грядки. Лук. Капуста. Уже тоже начала завязываться. Ранетки здесь. Небольшая такая ранеточка. Здесь тоже капуста. Это ранетки. Яблоньки выписывали. Чеснок. Ну, картошка, конечно. Капуста. Лук еще. И морковка. Столько морковки. Перец в парнике. Цветет. Ну, только начал он завязываться. Такая вот мальва. Вот такой вот перчик. Есть и вот темный, и который красный будет. Помидорки вот. Целая грядка. У нас сегодня ночью дождь был. Все просто слило. Вот здесь даже укрывной. Так стащило с помидор. Такие помидорки. Но еще только не начали завязываться. Еще совсем небольшие. Вот кое-где начинают. Там вот снизу есть. Еще не так много. Только завязываются, только отцветают. В этом году и в теплице у нас только начали они завязываться, а здесь это открытый грунт получается. Поэтому поздние томаты в этом году. Кабачки тоже. И огурцы накрыты. Такие вот огурчики. Огурцов много. Надо поискать все. Ботва хорошая. У нас начала немножко портиться. Бабушки, ботва хорошая. Ну, там вот огурчики. Лежат. Уже посрывали. Там тоже огурец. Здесь маленькие будут. Сорвали немножко, насолили. Здесь тоже цветочки и кукуруза. Вот такие вот. Ну и цветник. Флоксы еще не цветут, еще рано. Елка большая такая, там тоже цветочки. Астры, самосейки. Тоже потом все зацветет. Поэтому такой вот огород. Всем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго. Вот и солнышко уже встает.